Всем привет из Франции, мои самые наилучшие пожелания. Вот, девчоночки, делюсь с вами тем, о чем вы просите. Показываю покупки уходовой косметики. В общем, все, что я покупаю в косметических магазинах. Как бы покупки-то я делаю вот такого плана часто, но видео снимать забываю и приношу свои извинения. И поэтому сегодня вот только-только я пришла, решила сразу же выложить на стол и, не откладывая в долгий ящик, хочу показать, что же я сегодня купила. Так, ну начнем. Вот это вот такой крем, он как бы скульптирующий и антицеллюлитный. Скажу так, что антицеллюлитные средства я покупаю всегда и наношу их как крем для тела на живот, на ягодицы и на бедра. Поскольку из собственного опыта исходя, я поняла, что как только ты пользуешься этими средствами, они работают. Как только ты прекращаешь, они перестают работать. И поэтому на нижнюю часть тела у меня теперь крем только антицеллюлитный или скульптирующий. Я их, конечно же, меняю. Все зависит от того, ну, который мне больше понравится, такой я и покупаю, чтобы кожа как бы не привыкала. Но если там руки, грудь, шея, то я покупаю обычный крем для тела. Но для тех мест, о которых я только что сказала, я беру только скульптирующий антицеллюлитный крем. И сегодня это вот такая вот вещица. Так, затем купила я очень хорошее средство для кончиков волос, для обесцвеченных, для сухих. Оно на трех маслах. Здесь масло авокадо, масло карите и оливковое масло. Помогает вообще просто прекрасно, просто замечательное средство. И вот это вот, ну, шампунь, я его уже тоже покупала, он как бы, ну, летний вариант, тоже он очень такой питательный, очень приятный, особенно как если вы куда-то едете в отпуск, то я очень советую этот шампунь, он как бы помогает волосам не пересушиться на солнышке при купании в бассейне или в море. Ну, вот это ополаскиватели для рта, я тоже их всегда покупаю по совету своего дантиста. Это такое термоядерное средство, но очень хорошо помогает, и зубки беленькие, отсутствует какой-либо посторонний запах изо рта, ну и уход, соответственно, очень хороший. Так, ну, следующее средство — это интимное мыло. Взяла две баночки, поскольку была акция, что покупаешь одну, и вторая идет за 50%. Вот, как вы можете видеть, прямо на них и написано. Затем это моя любимая сыворотка для лица от Nivea. Я ее обожаю. Она просто замечательная, она ароматная, она хорошо работает. Но единственный ее минус, она очень быстро кончается, поскольку маленькая упаковочка в 40 мг, если вы используете утром и вечером, то приходится покупать где-то раз в 2 месяца. Так, ну вот это салфетки для снятия макияжа с хлопковым молочком, если я не ошибаюсь. Они очень мне нравятся, и как бы я перешла с лосьончиков и с мицеллярной воды на вот эти вот салфетки. Так, ну вот это покупки для мужчин, для моих. Это гель для душа для сына, дезодорант тоже для сына. Гель для душа вот такой вот взяла для супруга. Это гель для бритья тоже для супруга. Ну, зубная паста, я думаю, всем известная. Очень хорошая и достаточно мною любимая. Ну и тоже дезодоранты, я их уже показывала. Это вот такой вот 72 защита, и вот этот вот здесь защита, кажется, 24 часа, а нет, 48 часов. Тоже взяла на пробу, потому что понравился запах. И как бы большую бутылку в сумочку не положишь, а если куда-то бежишь на целый день и при нашей жаре, то маленькая вот такая упаковочка, она очень актуальна. Ну вот такие у меня были покупочки, думаю, что-то возьмете себе на заметочку, так как все продукты очень хорошие, покупаю я не первый раз, и нареканий у меня к ним нету. Всем желаю хорошего дня, всем большое спасибо, что были со мной, и до новых встреч на моем канале. Пока-пока!